Значит, арест Савенкова принципиально ничего не изменил? К сожалению, только сроки. Они нашли нового лидера, генерала Рамовского. И когда же? Теперь в ноябре. В Польше под Мирском формируется ударный кулак не менее 30 тысяч штыков под командованием генерала Рамовского. Прошу, господа, welcome in my house, генерал. Запрашивал панов, по слову. Рамовскому определена роль главнокомандующего объединенными силами. Одновременно с Рамовским крупные соединения выступят с территории Литвы и Румынии. На Украине и в Беларуси вспыхнут восстания, которые готовят подполье. В общем, ударят со всех сторон. Виктор Алексеевич полностью посвящен в масштаб предстоящей кампании, который и вы сможете оценить, изучив подготовленную полковником Балову докладную записку. Хвала Ісусу Христу. Господа, для меня честь возглавить дело, которое я почитаю делом всей своей жизни. Честь тем более высока, что ко многим из вас я и сам с готовностью готов стать под начало. Спасибо за оказанное доверие, господа. Рамовский для англичан фигура даже более предпочтительная, чем Савенков, который многие считают авантюристом. Не могут простить ему эсеровское прошлое. Рамовский, пожалуй, единственный, кого могут принять все. Единственный и последний. Генерал, я пел за вашу победу. За победу! За здоровье, панове! За победу, господа! За звучество! За победу! За победу! Значит, ликвидация? Нет. Как и Савенков, он должен отказаться от борьбы. На то, чтобы выманить его на нашу территорию, у нас нет времени. Операция «Синдикат» продолжалась 2 года, а у нас всего 2 месяца. Этот варшавский вор, Густав, вы его не застрелили. Почему? Не было необходимости. Айца цинка. Черт. Чек алярм! 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 Что там есть? Нет! Поехали! Заводец! Почему не знаю? Гони! Спать! Уходим! Уходим! Быстрее! Спать! За мной! Быстрее! Быстрее! Эти за мной! Что там? Танцы! Танцы! Черт! Стой! Чего? Ходим. Он же свидетель, нельзя его оставлять. Беги, я сам. Ладно. Еду!
это, Джо! Солдат! Солдат! Он ее забрал! Густав ничего не расскажет. Он был использован в темную. К тому же он не знал, кто я. Теперь не расскажет. Его убили в тюрьме. Я скажу прямо. Ваша нерешительность вызвала у меня сомнения. Тот ли вы человек, которому можно доверить это дело? Но учитывая ваши оперативные качества, опыт, преданность, которую вы не раз доказали, работайте. Главное теперь – это ваша легенда. Фельдекокс. Я хотел шелки, чтобы французская пяточка была в чулочке. А такого мне не требуется. Зло ты сказал, пан Боня хотел. Да? Так. Ну ладно, возьми. Пан Боня. А. О. А панталоны? Не панталончики, а конфетка какая-то. Дай сюда, да попачкать. Мое почтение, пан Стефан. Мое почтение. Ну что, как тут наши дела? Вася, что ты выродился, как кувертек? Накинь что-нибудь на голову. Да отстаньте, папа, не ваше дело. Я прошу тебя, поаккуратнее. Так, едь ровнее и не разбей мне тут. Все. Да вот. Не труситесь вы, папа. Я довезу как надо. Доедешь до Гомеля, я уже буду там, у мамы. Я ж на паровозе. Паровоз. Поеду, да. Ну все, поцелуй папу. Вася, дай папе бусю. Да папа, отстаньте! Тогда опять это обслюнявите все лицо. Вот идите до коней лучше. Помогите выехать мне. Боже милостивый! Почему ты мне не дал мальчика? Я бы назвал его Иосипом. Иосип. Но, дороженька, на, пошли, пошли. Браток, браток, дай подкурить, пожалуйста. Спасибо, браток. Давай. Значит, тебя к нам из самой Москвы прислали. Врага остановить, так сказать. Мое задание, генерал. Мы тут, знаешь, тоже не пальцем деланы. Обстановку-то понимаем. Далеко господин генерал не пойдет, не пустим. Да он и не собирается. Возьмет 2-3 губернии, объявит себя верховным правителем и попросит военной помощи у Польши. Поляки сами не полезут, поднимут вонь в Лиге наций. Англия и Франция их поддержат. И пошла писать губерния. Так? В общих чертах. А ты, значит, должен генерала оформить? Нет. Я так и думал. Насчет секир башка это и нам, дуракам, доверить можно. Ну и что тогда ты с ним делать думаешь? Ну, для начала познакомиться с контрабандистами – это идеальное прикрытие. Мне нужно свободно пересекать границу. Есть еще кое-какие планы. Давай напрямоту идет. Если Шилову сказали обеспечить поддержку, Шилов обеспечит, но не в темную. Тем более, ты здесь человек новый, а я главный. Так что не темни, тебе же проще будет.
проще, к сожалению, не будет. Это сразу ограбили. У меня не такая репутация, чтобы меня грабили. А вид такой, как все вынесли. Так и повынесли. А что вы хотите, когда ремонт? У меня ремонт. С самого раня придут купоросить. Так что давайте все это сделаем швидко, худко, быстро. У вас приличный вкус. Полкаратный бриллиант с капюшоном. Но тут скол это другая цена. Даю $200. За бимбола? За бимболы я отдал бы 5, а за все $200. Сколько? Нет, а чем вы недовольны, панове? Я вам что, предлагаю 200 собачьих какашек? Я предлагаю 200 американских долларов. О, видел? Раз так, пан Боня, то нам не надо. Мы к другому можем пойти. Да, Степа? Куда пойти? Как пойти? Юзек, пан Стефан имеет торговаться. Я говорю ему свою цену, он говорит мне свою цену. Я добавляю, пан Стефан уступает. Так у солидных людей принято. Пан Стефан, даю 300. Да это очень приличные деньги. $400. Они мне тоже под нос, а я им 400. Хрен вам вот. Может, и бандитский. Адью, панове. Адью, панове. Панове, адью. А! Тихо. Здесь темно, вы бежите, пан Боня. Так. У меня же поезд. Здоровье-то дороже. Ага. Степ, чем так долго? В сейф пошел. Угу. Степа, а откуда у Бони сейф? Расселся. Где деньги? Чего? Чего? Собрали все. Все, что дожил. Все. Ты что лепишь? Где бабки? Примите. Пан Злотый, это ж наши цацки. А как порежу? Можете. Только я же все вернул. Да еще с прибытком. Ну а с откуда такая щедрость? Возьмите меня к себе, пан Злотый. Пан Злотый. Цыц. Злотый.
Поседай пока. Степ, Степа! Смотри. Да посмотри ты на стол. Аккуратней. Вон, видишь? Пойдем. Вот, это он Боню вытрусил. А ты что тут расселся? Все. А? Замолкни. Кто? Кто замолкни? Я замолкни? А что это так со мной разговариваешь? Он тут расселся. Валяйся! Эй! Ты что, а? Успокойся, вот я что-то все верну. Все, да. Все, тихо, давай, тихо. Мама. Все хорошо. Все, 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 все. Давай ее. Тихо, 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 тихо. Ты кто? Януш. Пшак. Поляк. Пшак. А пшеков я бью. Все. Потому что они не доверяют. Степа, а я что ж, Пшек? А тебя не пью. Тебя не пью. А вот таких пью. Особенно, когда варьёги. Ты шустрый, да? Нормально, тебе умочили, мама. Стёп, успокойся. А, нормально все. Ну что, псина? Все. Я сейчас тебя крестить буду. Веру православную. Может, не надо? Ладно, ладно. Молись ему этому Богу католическому. Еще! Ну что, я тебя сейчас убивать буду, понял? Извините, пан Золотый. Я еще ничего не решил. Что надо? Степан, ты же первый на меня попер. Хочу помириться. Ага. Угу. Ноги вытащить. Может, помиримся. Терпите, пан Злотый. Треба ранку почистить. Спирту трошки найдется? Пошу.
Покупаем, знойдем. Давай. Здесь много кто с границы живет. От красных мало что носит. Не знаю, мануфактуру, цацки разные, золото. Это все у блатных. А от нас туда все. У них ничего нет, у красных. И спирт, конечно. Кстати, недавно злотый большие деньги нес за партию спирта. Мы в мешках по 4 ведра первые. Каждый. Может, кто узнал, да под агранды у нас? Часто такое случается. Агранды? Да не то, чтобы часто. Понимаешь, на агранды идут настоящие негодяи. Узнают, где партия пройдет. Угу. Или где схрон. И убивают всех, а товары деньги себе забирают. Вот так. Узнать бы, кто промышляет. Мужики с хуторов? Или те, что контрабанду несут? Свои своих же, получается. Стреляют и бьют. Да. Убивают всех. Свои. Пану Злотому крупно повезло. Да уж, повезло. Очень крупно. Крупно, потому что пулька маленькая. Отсюда и маленькая дырочка. Ни одна косточка не порушена. Вот. Примите великодушно. Весьма вам благодарен. Желаю здравствовать. Вот. И не скачите пока. Поберегитесь, трошки. Ну, выздоравливайте. Выздоравливайте. Парабеллум вроде. Да. У него калибр 9, а здесь меньше. Это либо браунинг дамский, либо... Хотя нет. Нарезай другие. Это Галеси. Чего? Итальянский пистолет Галеси. Пуля калибра 6,3, убойная сила так себе, но в ближнем бою хорошая штука. Почем знаешь? Я интересуюсь. Кстати, и у каждого хозяйства есть. Узнать бы, чья. Даст Бог, узнаем. Степа, а почему ты мамонт? Скажи уже. Так он же и есть мамонт. Это слон лохматый такой, я в музее в Варшаве видел. Да, только у Степки шнобель маловат. Ну, бывайте. Это что? Опа! Ну, у тебя же денег нет, Янок. Ну, а раз ты наш теперь, должен быть при денежках. А? А если я не ваш? Ну, то да. А кто не наш, тот фраер. Давай. Держи. Ладно. Держи. Давай. Мама? Держи. Ну, заходи. О! Доги, хорома. Полагайся. Живи не хочу. Ну а что? Просторно и уютно. Степа! О! Слушай, а я тебя не стесню? А что меня стеснишь-то? Я один живу. Мать умерла. Женой пока не обзавелся. Я вон пока выбираю. Видала какая? Соня. Держи, я такой же найдем. Не располагайся пока, сейчас я. Ух ты! Роскошный вид, Степа. Много ходил. Слушай, на твоем фоне я выгляжу как пошлый принц в изгнании. Вот подожди. Степа. Ну, возьми. Степа, пример, не надо. Степа. Ну, надевай, тебе говорю. Давай. Во. Ну, можно, в принципе, может, у кого подгадать? Степа. Ну, это же не мой стиль. Да.
А ну, пойдем. Пойдем, пойдем. Газеты, газеты, покупаем газеты. Свежие газеты, покупайте. Газеты, газеты, покупайте газеты. Покупайте газеты. Покупайте газеты. Купите газеты, да. Давай, гуляй. Газеты, свежие газеты. Оружие сколько захочешь. Это ну понятно, слушай. Генерал Рамовский, Минский, самый наиглавнейший человек. Знаешь, а кто кто-нибудь попрет? Ну? Жандармерия, бургомистр. Я тебя умоляю. Это все политик. Знаешь, политик. Все самой Варшавы. Ну вот. Пришли. Достойная вещь. Хороший камень. Сколько пан за него желает? Полагаюсь на вашу щедрость. Пан желает получить в злотых? Я предпочитаю доллары. Как угодно пану. $50. Отлично. Хорошая цена. Я полагаю, недавно в Мирске. Только сегодня приехал. Я не спрашиваю, откуда. Но здесь, в Мирске. Здравствуйте. Добрый день. Человеку вашего круга принято одеваться несколько иначе. Я не уверен, что у меня найдутся такие шикарные вещи, как у вашего друга, но кое-что я могу подобрать и сделать солидную скидку. Мерить надо. Ну как? О! Ну, по мне, конечно, шику маловато. Ничего. Месье Ковальчук, вы возвращаете мне веру в людей. Скажите честно, вы ангел? Конечно, ангел, пойдем. Степа, а? Красавец? Ну-ка, повернись. Оп. Не знаю, на мой взгляд, шик маловато. Да перестань ты. Извините. Еще раз прошу меня простить. Пойдемте, пойдемте. Красивая. Здесь тебе не дам. Идем. Под небом чужим я как гость нежеланный слышу крик журавлей улетающих вдаль, сердце бьется сильней, летят птиц караваны, дорогие края провожаю их я. Сердце бьется сильнее. Прошу, прошу, господин полковник. Гена, пан полковник Сигунда. Кто такой? А, да, шутки из Варшавы. Женоман Балан, ваш столик. Я не велел никому. Пожалуйста. Все ближе они. Прошу. И все громче рыдания.
скорбную весть. Мне они принесли. Зоя. Ну да, хорошо. Никакого живы. Недалекого края прилетели сюда на ночлег журавли. Из какого же вы недалекого края? Да сядь ты, Петр. Прилетели сюда. Слышишь? На ночлег журавли. Петька! Непогода и слята, вид унылый. Что вам угодно? Пошли, полковник, мадам. Пойдем, братец. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли. Я желаю объясниться. Перестаньте рыдать надо мной, журавль. Ах, как боль на душе, как не мальчишка, милостивый государь, я офицер. Не позволю собой играть. Постой. Пусти. Иди, ты что несешь? Я требую! Пьян. Конечно. С приличными людьми так не поступаю. А если дама так, значит, она сама неприличная. Да ты чего с ума сошел? Прекрати! Вы пьяные. Вы видите его. Чего? Господа, господа, ну как можно так, господа? Кого? Да уйдите! Кого вы видите? Меня? Петя. Офицера его Петр. Императорского Величества. Петька. Ты кто? Сычев! Я приказываю! Сякли! Прошу прощения, господин полковник, мадам. Ты что делаешь, скотина? Простите, мадам. Убью меня! Моего офицера! Дай, Петька, чушь! Петька, дай! Отдай, Петька! У меня боевого офицера закимок, как щенка! Господа! Вы не офицер, вы свинья. Стой! А вы, юноша, поосторожней со словами. Я вообще шлю отсюда. Поручик Галецкий к вашим услугам. Поручик? Да пусти уже. Плохо, он офицер. Вот сюрприз. Тогда стреляться. Здесь, через скатерть. Что, поручик? Как вам такой карамболь? Зачем же портить скатерть? Пустите, мне больно. Больно? Вам больно? Вы превратились в кокотку. Уже успели с этим мерзким хамом. Не ваше дело. Я терпел ваш блуд. Блуда. Дас, блуды. Терпел в Варшаве, но здесь не намерен. Я буду делать, что хочу и с кем хочу. Руку. Пошел. Будьте любезны.
Отставить! Это что здесь происходит? Револьвер. Но я должен. Я приказываю, отдайте револьвер. Ваше представительство, он обязан выстрелить. Рот, мистер Плахов. В лагерь. Оба. Немедленно. Живо! Слушаюсь. Пошли. За тобой выстрел. Это касается всех. Разойдись! Устроили здесь балаган. Ваше имя? Поручик Галецкий. Ваше превосходительство. Поручик? Что-то я вас раньше не видел. Имею честь доложить. Только вчера прибыл. Бежал от большевиков. И сразу приключения. Я вас запомнил, поручик. Я вас тоже. А если бы генерал не стрелял? Что, больнул бы? Конечно. А если бы не свезло? Значит, судьба, Степа. Знаешь, иногда нужно устраивать себе встряску, чтобы жизнь острее казалась. Вставай! Что случилось? Собирайтесь. Прошу шляпу. Прошу, пана. Рад приветствовать вас. Дорогой пан Галецкий, позвольте рекомендоваться. Полковник генерального штаба Франтишек Секунда. Галецкий Януш. Пан полковник, я не очень понимаю. Простите меня, простите великодушно, что не явился лично. Не хотел смущать, но желал видеть. Вот прибег к полномочиям. Нас ползался, так сказать. Надеюсь, вы не в обиде. Беата, твой спаситель здесь. Да, я вчера сказала мужу Франтишек. Мы должны поблагодарить этого юношу. Вы вели себя как настоящий рыцарь. Какие пустяки, мадам? А вы с какие Галецкие? Здесь когда-то жили Галецкие в Ставках. Не дурно, не менее. Там была какая-то семейная драма. Да, там была замешана любовь. О, да, да. Что-то в этом роде, да. Любовь, вражда, тяжба. Им пришлось уехать этим Галецким. А имение прошло пану Пикульскому. И Галецкие — это ваши родные? Да, я их сын. Что вы говорите? Имею намерение добиться пересмотра дела. Но пан Пикульский умер. Умер? Точно так. Третьего дня. А имение досталось его воспитаннице, госпоже Белинской. Угу. Так что вернуть что-либо невозможно. Но вы можете судиться. Но судиться с сиротой не по-рыцарски. Я помню эту Белинскую еще ребенком. Ей, возможно, сейчас лет 20. Она красивая? Прелестная девушка. Ну вот. Зачем же судиться? Надо просто жениться, и имение мое. Каков наглец. А если она не захочет за вас пойти? Да бог с вами. Разве такое возможно? По причине отсутствия прямых и кровных наследников передаю все мои сбережения, размещенные в коммерческом банке города Мирска,
равное имение ставки со всеми угодьями лесными наделами в полную и нераздельную собственность моей воспитаннице, госпоже Белинской Ирине Андреевне. Чтоб тебе кололось в том гробу. Наследников у него нет кровных. Они обижаются только. Янушу ставки достаться должны. По праву и Господней справедливости. Если не старый черт и коварство его подлое. Галецкие ставками владели 300 лет. 300 лет владели. Не Пикульский. Что же мне делать, пани Магда? Жить. Радоваться. Может, иногда молиться за пана Януша, живой он или мертвый. Женится, пан Галецкий. Почему бы нет? Правда, надо поправить документы. У вас нет документов. Да, я 2 дня, как из советов, перешел границу. Все мои бумаги были потеряны еще в 2019 году под Екатеринодаром. Прискорбно. Да. Впрочем, папьеры мы вам выправим. Нужно только, чтобы кто-то подтвердил вашу личность. В этом-то и проблема. Отца расстреляли, а мать, она, к сожалению, умерла. Меня увезли отсюда, когда мне было 10 лет. Ты слышишь? Ой-ой-ой-ой, какая печальная история. Правда, если только Магда еще жива. Кто это Магда? Пани Магдалина, наша экономка и моя няня. Я думаю, она бы смогла меня узнать. Бедный ребенок. Франтишек, мы должны помочь Януку. Ну, конечно, конечно. Благодарю вас. Честь имею. Глаз не спускать. Галена, там молодой пан. Какой молодой пан? Проще, проще. Здравствуйте, пани Магдалина. Вы меня не узнаете? Я Януш. И Януш? Януш Галецкий. Здесь меня еще можно узнать. Януш. Пани Магдалина. Нет. Не так назвал меня маленький Януш. Мактуся. Ирина, я вас уверяю, я только что из Парижа. Корсеты умерли. И что ж, больше никаких корсетов? Именно так. Война отменила корсеты. Свободный крой, талия чуть занижена. Я, кстати, жду из Варшавы несколько туалетов. Вы все сами увидите. Пан Ирена. Януш. Он приехал. Януш Галецкий к вашим услугам. Януш? Ну, вы же помните Януша. Вы же помните. Вы с ним росли вместе.
пани Магда. Неужели забыли? Это было очень давно, Магдуся. Да нет, что вы. Конечно же, я вас помню. Я очень рада, что вы приехали. Позвольте представить. Ковальчук Николай Дмитриевич. А мы знакомы с месье Ковальчуком. Имел удовольствие. Мой жених. Ну что, Магдусь, покажешь мне дом? Покажи. Господа. Адам. А знаешь, Магдусь, здесь ничего не изменилось. Так ты, выходит, ваше благородие? Бывшее благородие, Саша. Воевал? Где? Где я только не воевал. А ты не жмись. Рассказывай. А то вот зло-то тебя взяло, а мы про тебя ничего не знаем. Что ты, откуда вы? Ну, воевал в Галиции. Потом на юго-западном, в Брусилово. Правильно, был? Был. Давай, закусывай. А я мне все понимал. На Украине у Гетмана с Петлюрой бился. С Красным. Потом на Дон. Красный Ростов взяли, а я в городе остался. Надоело ура кричать. Отсиделся у одной, познакомился кое с кем. В общем, в разных веселых делах побывать случилось, пока товарищи не окружили. И что за дела? С кем? Жиган с Ростова. Может, виделись там? Нет, не виделись. Не довелось. Ну, а веселился-то с кем? А братья там были? Кублюки. Иван да Алешка. Слыхал? Да, лихие были ребята. Рисковые. Земля им пухом. Дружок у меня был в Ростове. Хромой Кликуха. Тоже с публиками бегал. Хромой. Угу. Ковлюки были. Гриня армян. Васюта жид. Ну, я поручик. Нет, хромого не было. Не было хромого. А может, брешет хромой, а? А может, и хромого не было, а Жиган? А может, и не было. Ладно, давайте выпьем за красивый город Ростов. Ну, Кузьма.
Видел? Хороша. Антош, хороша, Марыся. Да не наша. А чья? Золотого? Да она сама по себе. Никого к себе не подпускает. Сам-то пробовал? Пробовал. Так она его кипятком. Хорошо, не в рожу. Да, Степан? Хороший, Жень! Степ, ты чего? Дай сапог. На. Ладно, все. Хорош, базлай. Держи. Заставать рано. Давай спать ложиться. С утра в город. Завтра Януш. Поручик Галецкий. К вашим услугам. Где ж ты так скакать научился? Когда ты гимнастикой занимался? Панские причуды? Стой. Ну-ка, стой, сволочь, ты по что пихаешь, а? Руки. Бери руки, сволочь. Ты на рабочего человека! Прям кофе пил? Да, с коньяком. С коньяком? И с венскими вафлями. Ух ты! Ну и как полковник? Душевный человек.
такому спиной не поворачивайся. Но я думаю, что интерес у секунды я вызвал. И у Ромовского тоже. Вот, нет бы тебе сразу к Ромовскому в корпус записаться. Вы же офицер. Но я же только что от красных. Уже подозрительно. Ну и к тому, направят меня в лагерь. В лучшем случае дадут мне роту. И что? Все. И оттуда потом не выберешься, а Ромовский, он должен мне доверять. Понимаете? И что ты делать собираешься? Пока не знаю. Буду ждать, когда секунда начнет меня вербовать. Ну, времени у нас маловато. Тимофей Федорович, Жиган из партии Злотова. Что Жиган? Вы знаете, что он из Ростова? Брось. Да. И всю тамошнюю шайку он поименно знает. И что, он что-то... Нет, пока все хорошо. Он не видел поручика в лицо. Кипит твою мать. Убирать его надо срочно. Зачем? Мы не доглядели, нам и исправлять. Да погодите вы, он же еще ничего не сделал. Предлагаешь дожидаться, когда сделает? Он тебя расщелкает не сегодня, не завтра. Такое дело поручено. Здесь, без соплей. Тем не менее, я прошу вас не трогать Жигана. И поставить под удар всю операцию? Наоборот. У Злотова же я человек новый, так? Так. Он меня принял, но я еще не свой. Жиган при всех начал расспрашивать меня про Ростов. Убьете его, подумает на меня. За это не думай. Я так все устрою. Я настаиваю. Тимофей Федорович, вы уж извините меня, но эта операция поручена мне. И я несу за нее ответственность. Ладно. Как скажешь. Вы вполне уверены, что это случайность? Господин генерал, я терпеть не могу случайностей. Но это случайность. Штабс-капитана Рыжего зарезали. Какой-то бандит. Бандиты? Кто это видел? Это видел казначей. При нем что-нибудь нашли? Нет. Уверен? Да. Откуда такая уверенность? Я не уверен. Я знаю. Его ждали в Киеве и сейчас ждут в Киеве. Окончательная организация действий необходима. У вас есть надежный курьер? Я рассчитывал кого-нибудь из ваших людей. Задача наших людей. Глубокий рейд на территории противника, захват этой территории и удержание при поддержке законспирированных боевых организаций и части местного населения. Ваша задача – обеспечить эту поддержку. Так точно. А штабс-капитан Рыжов? Тоже мой человек. Стань, генерал, ваше приказание исполнено. Вольно! Есть на примете кое-кто? Кто? Галецкий. Капитан Галецкий? Да. Видел его, не нравится мне. Мне тоже. Он только что от красных. Точно так. Удивительно, появился сейчас, накануне выступления. А что о нем известно? Только то, что он человек с богатым прошлым. И что, вы готовы ему доверять? Возможно. Если его прошлое правда. Да. Надо проверять. Стёпа, кипяточек, ты спинку терл. Если получится. Ну, чё? Вот честно, я так понять не могу. Чем ты и так приглянулся, а? Вот я бы ей спинку бы тёр. Вот, я бы ей всю ночь бы спинку тёр бы. Не есть. Держи. Это не твой калибр. Чё это? Она тебе сиськи предает. Ты задохнешься. Ой, не задохся, я не задохся. Я бы выбрался и заново тёр бы. Да, смешно. Ну как, Жур? Места нема. Надо слабониться. Давай.
Цел? Вот и вовремя. Вот это и вовремя. Что за сука на меня накинулась? Я ему голову проломил. Живой? Я же тебе говорю, я ему голову проломил. Жалко. Ты бы с ним поговорил. Давай помогай. Тяжелый, зараза. Давай иди, а я отойду. Куда? Да графине куда? Ну, спасибо тебе, земель. Давай. Люди! Люди! Ничего не отдавала, брешет она! Люди! Не бачила! Кто видел, что она отдавала? А? Вы же видели! Ничего я не бачила! Я же вам деньги отдала! Как вы можете? Вы не смеете так поступать! А ну иди, иди отсюда! Будь она мне еще гаукать! Сейчас не то время, чтобы кто пругащийся гаукать! Как вам не стыдно? У меня дочь больна! Так может я воровка? Кто видел, что я когда у чужой у кого брала, а? Иди, иди отсюда, ва! Иди, пока тебе голову не пробило. Все! Ну ты видала, а? На! Повтори. Да убей эти слюни, пропускал туда. Да, да. Алия. Яна! Гражданочка! Постойте. Вот. Просили передать. Как передать? С извинениями. Спасибо. Спасибо. Пойдемте, я вас провожу. Моя девочка, ну как ты? Мама, ты куда ходила? Я проснулся, а тебя нигде нет. Ты плакала, моя хорошая. Чуть-чуть. Моя девочка. Здравствуйте, барышня. Здрасте. Разве можно так болеть? Я уже скоро поправлюсь. Конечно, поправишься, моя родная. Вот будешь много спать и поправишься. Ложись. Ложись, моя хорошая. Ложись, давайте. Ой, всю ночь не спала. Вчера жар был, бредила. А сейчас уже, слава богу, получше. Испанка. Я видел такое на фронте. Вы офицер? Бывший офицер. Экс-поручик Януш Галецкий. А вы? Как вас зовут? Елена Васильевна. Да вы раздевайтесь. Раздевайтесь. Елена Васильевна. Скажите, а зачем вы приехали в Плотск? У вас же здесь никого нет. Нужно было. Если бы Машенька не заболела. Завтра, чтобы вас тут не было. Куда же я с ней?
У нее жар. А мені зараза не потрібна, щоб завтра вас не було. Милая моя хорошая, я вас очень прошу, куда же мы с ней пойдем? Я вас очень прошу. Завтра вас не було. Господи, Господи, да что, что же ты мне? Я поговорю с ней. Чого тобі треба? Як звати? Ядвіга. Слухай мене уважно, Ядвіга. Це молоко для Машеньки. А що все це значить? Она сварит бульон. Для Машеньки ведь хорошо бульон? Хорошо. Ну вот. Знаете, добрым словом можно многого добиться. Вам не нужно никуда переезжать. Вы бандит? Ну почему же сразу бандит? Ну, может быть, иногда. И совсем немного. А это ваш муж? Да. Да. Мы не виделись еще с 18-го года, уже почти 6 лет. Машенька родилась, когда он на фронте был. Он ее видел совсем маленькой еще. Однажды приехал на 3 денечка. Вы позволите? Конечно. Что? Елена Васильевна. 2 суток тому назад я разговаривал с вашим мужем. Да, вот это подарочки. Рамовский не знает, что они здесь. Нет. Так надо их брать и ультиматум ему. Или лапы кверху, господин генерал, или мы их. Я из такого туши не вывернутся. Что, не слишком благородно? Ну, нам сейчас не до чистоплюйства. Не в благородстве дело. Я изучал его досье. И Рамовский не тот человек, который согласится навредить делу. Даже ради семьи. Знаешь, что твои догадки. В любом случае, их надо брать. Не сейчас. Девочка очень больна, поэтому никуда они не денутся. Поставьте наблюдение. А лучше всего, пришлите к ним доктора. Потому что они мне нужны живыми и здоровыми. Ты что-то придумал? Что? Пока сам не знаю. Я думаю, что эту карту нужно разыграть наверняка. Согласен. Смотри, не перемудри. Ну, мне пора. Вчера в корчме моему сотруднику чуть башку не проломили. Не знаешь, кто? Понятия не имею. Всего хорошего.
всего-всего. Ваше превосходительство. Прошу, извините, у меня совершенно нет времени. Я вас слушаю. Что это? Письмо. Откуда это у вас? Лена Васильевна просила передать. Она в Плотске. И с ней ваша Банк. Кризис, кажется, миновал. Я не знал, кто они, пока не увидел фотографию. Вот, собственно, и все. Для меня они давно умерли. 17 ноября 2019 года они отправились на юг к моим родственникам в Александров. Их поезд был полностью разгромлен бронепоездом красных. Виктор Алексеевич, так сложилось, что я, в общем, я регулярно бываю на той стороне. Я бы мог переправить их сюда. Не сейчас, конечно. Когда Маша окончательно поправится. Лена в письме пишет, что вы для нее очень много сделали. Я благодарю вас. Поручик, вы бы смогли передать для них письмо?
Ты бы хоть поздоровался, Вась. С Варшавы ведь не виделись. Здравия желаю, товарищ поручик. Протяжный механизм ни к черту, менять надо. Давно приехал-то? Так с месяц уже. А я все думал, когда же Вася объявится. С заданием ознакомился? Да в курсе я, в курсе. Привозили к вам на детские праздники. Позвольте. А потом вы меня катали на своем пони. А звали его... Грей. Мою лошадку пони зовут малютка Грей. Соседка наша в город поехала на ней. Она ее хлестала и палкой, и кнутом, и под горой в гору гнала ее бегом. А потом меня увезли в Петербург, и вы обо мне забыли. Неправда. Ну? Я скучала. А когда здесь поселился пан Пикульский, мы часто приезжали с отцом. И я все время вас вспоминала. А через 3 года папа умер. И Болеслав Леонидович стал моим опекуном. А теперь и он умер. И теперь вы хозяйка ставков. Это несправедливо. Я очень рада, что вы приехали. Я хочу, чтобы... Это все не важно. Те ставки, они в прошлом. И пусть оно останется в прошлом, таким, как я его помню и люблю. А что же в настоящем? В настоящем вы, пан Нейрена. И лучшей хозяйки ставков даже невозможно представить. Ну, а как же вы? Ну, а что я? Мне достаточно разрешения хоть изредка навещать вас. Я просутствия нет. В ставках. На кой? Отцовское имение. О как. Так ты богач? Все это в прошлом, ёжик. Ставки у отца отсудили, когда мне было 10 лет. Просто заехал посмотреть. Пустили хоть? Пустили. Да. Не очень приятно так, да?
Злотом вы не опоздаете? Нет. Хорошая. Уже, может, мы его запалим, а? Запросто. Вы что, с ума сошли? Там же люди живут. Хороший хоть? Прекрасные, Степа, прекрасные люди. Смотри, потом помогем. Идем. Помчай, помчай. Идем, Гай. Зачем звал? За секунду слыхал? Прихватил он меня. Рано утречком в городе прихватили для душевного разговора. В чем был разговор? За тебя был разговор. Очень уж пан полковник тобой интересовался. Так интересовался, чуть ребра мне все не переломал. Все интересовался, поручик ты с Ростова или так, приблудный. Ну, а ты что? Ну, я ж поручик-то не видел. Я? Как ты сам сказал? С Ростова говорю. Ну, ты же поручик. Поручик. Я своей биографии не стесняюсь. Ну, я правильно сказал? Правильно. А Януш на отца похож? Ну, не так, чтоб. Тоже хорош, красавец. Но не так, чтоб похож. Вот бы вам с ним, пана Ирена. Что? 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 Пожениться, вот а что. Паня Магдалена. Что? И вам хорошо, и ему. Ставки бы вернулись. У меня жених есть. Муж и жених. Лавочник. А у вас род древний, графский. Напрасно вы. Николай Дмитриевич никакой не лавочник. Он образованный и порядочный человек. Образованный. Вы отвернетесь, а он глазами шмык-шмык-шмык-шмык по сторонам. Примеривается. Паня Магдалена, мне это слышать неприятно. Я правду говорю. А пан Януш вам не чужой. Сколько лет друг дружку знаете? Я знала маленького славного мальчика. А господин Галецкий? Так я его вообще не знаю. Как это понимать, пан полковник? Это просто понимать. Это так понимать, что вы не тот, за кого себя выдаете. И вам с добрым утром, пан полковник. Извините, что я пригласил вас так рано. Ничего страшного. Я уже начинаю привыкать. Потому что дело крайне важное. Я бы хотел, чтобы вы поняли. Крайне. Крайне. Вы понимаете? Конечно. И срочно. Понимаете? Или... Я понимаю, пан полковник. Я все прекрасно понимаю. Дело важное и серьезное. Значит, вы согласны? С чем? Работать на меня. Что, пан полковник? На благо новорожденной Польши. Подождите. Нельзя ждать. Пан Галецкий, никак нельзя. Вам нужно подписать. Вот здесь. И начнем. Что значит начнем? Я ничего не собираюсь начинать. Хорошо. ГПУ будет довольным. Я на их месте был бы доволен.
враг советской власти, его гвардеец, полковый разведчик. Вы мне сказали за завтраком, что вы служили в разведке, так? Служил. А к тому же бандит, убийца, поручик. Так вас называли в Ростове. Так? Во время налета на квартиру Буглицкого, управляющего пивным заводом Зарья, были убиты 7 человек. Ужасающая жестокость. Вся семья Буглицкого, домработница, постовой милиционер. Да кого из них убивали, Януш Казимирович? Я имею в виду лично. В Польше не нужны злодеи. Хорошо. Я согласен. Что мне нужно подписать? Контракт. И, кстати, на весьма выгодных условиях. Насколько выгодных? Там все указано. Черт с вами. Вербуйте. Добрый. На здоровье. И чего же вы от меня ждете? Ничего невозможного. Кое-какое поручение для вновь рожденной Польши. Вы человек рассчитанный, патриот. Але чи пан есть патриотом? Мовить честно? Если сказать честно, я предпочитаю наличные. Пан полковник, вам невозможно отказать. На сегодня я не смею задерживать. Как понадобитесь, ангел вас найдет. На вас и ангелы работают. Рекомендую, ангел Шпак. С этого момента ваш личный ангел-хранитель, причем у него широкие полномочия. Может, и ангелом смерти сработать. Есть ангел смерти. В грозный час последних мук и расставаний он крепко обнимает нас, но холодно его лобзание. Надеюсь, до лобзания дело не дойдет? Пан Шпак. Это зависит только от вас, пан Галецкий. Я хотел спросить, как обстоит дело с женитьбой? Панна Елена уже согласна? Пока еще нет. Я слышал, у нее есть жених. От вас ничего нельзя скрыть, пан полковник. Честь имею. Господин Шпак.
Да что рассказывать. Кончил гимназию, потом война. У меня был друг, вместе с ним собрались германцев бить добровольцами. В окопы нас, конечно же, не пустили, направили в школу вольноопределяющихся. Потом фронт. Был ранен. Дали звание поручика, командовал эскадроном. А потом революция. С большевиками воевал. А потом? Дезертировал. Не из трусости, поверьте. Просто понял бессмысленность белого движения. Так же, как и ее обреченность. Мы думали, что Россия нуждается в спасении. А Россия не желала этого спасения. Господи. Такое ужасное время мы пережили. Для вас оно уже позади. Вы назначили день свадьбы? Почему вы спрашиваете? Нет, Николай меня не торопит. Я на месте господина Ковальчука поторопился бы. Постойте, а может быть, вы сами... Да что вы говорите такое? Какое вообще вы право имеете расспрашивать меня об этом? Ну, потому что мы знакомы с вами уже 15 лет, даже больше. И на ему с женой столько не живут. Шутите? Не прошло и недели, как мы с вами познакомились. Детство, оно же не в счет. Ну, если не хотите, не говорить. Это что за глупости такие? Мы поженимся зимой. Наверное. И уедем. А куда? В Америку. Так хочет Николай. А вы? Я не знаю. То есть здесь вас больше ничего не держит? Только если воспоминания. Счастлив видеть вас, Ирина. Здравствуйте, Николай Дмитриевич. А я уже боялся, вы обо всем забыли. Забыла о чем? Так и есть. Забылись. Да я просто каталась. Так о чем я должна была не забыть? Мы же собирались в кинематограф. А, да-да, конечно. Да, действительно. Я помнила, помнила, а потом... А потом поехали кататься на велосипеде. Одна? А почему вы спрашиваете? Не помню, чтобы вы прежде увлекались велосипедными прогулками. Нет, почему? Я иногда очень люблю. Ирина, неужели у меня есть причина для беспокойства? О чем вы, Николай Дмитриевич? Ирина. Пан Галецкий, какая неожиданная встреча. Здравствуйте, пани Беата. Ну, как я вам? Как амазонка. Ну, вообще-то, это сомнительный комплимент. Вы знаете, у них была только одна грудь, да? А другую отнимали. Она, видите ли, мешала им стрелять из лука. А у меня все в порядке. Хотите в этом убедиться? Беат. Что? Что с вами?
Ну? Что вы делаете? Соблазняю вас, разве не понятно? Вы... А я что, вам совсем не нравлюсь? Но это даже как-то оскорбительно. Пани, секунду, я... Не называйте меня по фамилии мужа. Беата. Почему? Я его ненавижу. Поедемте. Поехали, поехали. Вы любите бешеную скачку? Безумно. Вы не представляете, как сложно найти в этом городе приличного любовника. Здешние мужчины – сплошная каша. Да, перестаньте меня. В городе полно офицеров, они все прекрасные. Животные пьяницы. Ну, кто? Громовский. Громовский – это было бы интересно. Но он, по-моему, какой-то монах в Портупее. Он же хранит верность своей жене. А вы знаете, что ее убили красные? Знаете, Беат, если у нас такой откровенный разговор, скажите, вот та вот ужасная сцена, этот, как его, ротмистер Сычев, кажется, да? Это была ошибка, давайте мы не будем. Хорошо. Вот его приятель. Плохов? Он милый. А он живет с прислугой. Угу. Да. А влюблен он в жену генерала. Слушайте, вот это вот просто мадам Ромовская, это какая-то femme fatale, мне даже завидно делается. Вы удивительная женщина. Да. Я несчастная женщина. Не знаю. Ну, не знаю. Правда, Ирина, неужели вам понравилось? Ну, прекрасно. Я так пугалась. Правда? Да. Наверное, ничего не смыслю в себе. Наверное. Вы? Добрый вечер, господин Ковальчук. Пан Галецкий. Здравствуйте. Мадемуазель. Господин Ковальчук. Прекрасный костюм. Благодарю. А мы с Николаем Дмитриевичем в кино были. Да вы что? Такая страшная фильма. А, про Носферату. Да. Именно. Прекрасная картина. Но только я не знаю, как теперь вы доберетесь до дома. Ведь за каждым углом вам могут мерещиться вампиры. Пан Галецкий, не переживайте. Пан Ирен есть кому сопровождать. Я ее привез, я ее доставлю домой. Господа, меня отвезет Адам. А вот и он. Адам! Позвольте, я... Господа! Вы приезжайте к нам. Магда будет очень рада. Только Магда? Нет, ну, конечно. Приезжайте, когда хотите. Всего доброго, господа. Адам, поехали? До свидания. Всего доброго, господа. До свидания. Господин Галецкий, мне кажется, с ним стоит поговорить. Отойдемте. Мне не нравится ваше появление в ставках и ваше внимание к Ирене. Интересно. Вы знаете, ваше волшебное воскрешение совершенно не ко времени. Что же мне руки на себя наложить? А? Ну, чтобы доставить вам удовольствие. Смешно. Ирина, хозяйка имения, это не обсуждается. И она моя невеста. Простите, я одного понять не могу.
Вы о чем больше печетесь? О невесте или все-таки об имении? Спокойно. Спокойно, господа. Предупреждаю. Не пытайтесь мне мешать. Ну вот пиджак помер. Чтобы мне у вас такой купить, у меня же денег нет. Я ценю вашу пылкую откровенность и отвечу вам тем же. Я буду бывать в ставках. И панна Ирена мне не безразлична. Так уж вышло. Последнее. Николай Дмитриевич, если вы еще раз позволите себе подобное, я вам руку сломаю. Я вас предупредил. Такой лепентюх, как ты думаешь? То, что магазин – это одно, а на самом деле он так. Парень непростой. Я бы даже сказал, рисковый. О чем ты, Степа? Да о том! Я тебе говорю, я с ним за кордон ходил, я-то знаю. Так он и контрабанду носит. Конечно, носит. А что не носить? У меня один раз попросил ему помочь. Мы в Бонне товар отвезли, обратно через заставу возвращались. На красных напоролись. Их три человека. Мы залегли. Началась пальба, перестрелка. А он совершенно четко, хладнокровно, без нервов. Смотрит, откуда вспышка. Хлоп, одного убрал. Хлоп, второго убрал. А я, видать, третий вот подранил. Слышим, откуда-то стонет. Я говорю, да давай уходим, может, выживет. Он говорит, подожди, пойду проверю. Ходит, возвращается. Говорит, Попер. И меток портсигар, типа на комиссарских покури. А я смотрю, у него так. Все рукава в крови, за другой, но уж сапог убирает. Понял? Да. Какой же интересный человек этот Николай Дмитриевич.
всех Крамовскому Плахов. Он был когда-то влюблен в его жену, но вел себя крайне деликатно. Знаешь, я думаю, что он и до сих пор ее любит. Хоть и считает пропавшей. Ну а нам-то что с того? Ну как это что, Вась? Это же грех не использовать. И нужно предупредить товарища Шилова. Значит так, свяжись с французом. Это наш канал срочной связи. Понял? Как связаться? Вот. Дашь объявление в газету. Вечерний выпуск. Француз смотрит каждый номер. Угу. Еще, кстати, у тебя когда заканчивается сеанс? Не будет сегодня сеанса. Топер запил. Ладно, встретимся 9:30 на кладбище. Оружие возьми. Мы без оружия не ходим. Прошу прощения. А, это опять вы? Добрый день. В прошлый раз как-то решить представиться. Капитан Плахов Андрей Иванович. Галецкий Януш Казимирович. Поручик 1-го гусарского Сумского полка. Угу. Бывший поручик. Бывшего гусарского, бывшего Сумского. Да. Жаль, славный был полк. Славный. Послушайте, поручик, здесь рядышком есть милое кафе. Не составите мне компанию? С удовольствием. Прошу. Мой дорогой. Бонжур, господин Плов. Ох, мое почтение. Мое почтение. Бонжур. Зря вы тогда сычал. А что мне оставалось? Без вас бы управились. Ну, получил бы плюху секунду, не сахарную. Я ему сам при случае съездил. Да не в полковнике дело. Вы же сами слышали, что нес этот ваш Сычев даме в лицо. Ну, вы знаете, она тоже особо с фантазией. Очаровательная, да. Но, пардон, Муа, ведет себя как кокотка. Впрочем, конечно, это не оправдывает Сычева. Вот именно. Он вам это не спустит, имейте в виду. Витька всегда был с чудинкой, а сейчас совсем с катушек слетел. Выстрел же за вами остался. Верну при случае. Советую не торопиться. Не попадайтесь ему на глаза недели две. Такой завертится, не до сатисфакции будет. Ну, за знакомство. Да. Что другого не... Я вас видел в штабе. К Виктору Алексеевичу заходили? Да. Принес ему письмо от жены. От какой жены? От Елены Васильевны. Вы что, поручик? Она же... В Плотске. Да погодите вы. Нужно немедленно, понимаете? Достаточно эскадрона. Стойте, стойте, я вам говорю. Пустите. Вы что, совсем обезумели? Поручик. Простите. Понимаете, я ему сразу предложил отправить со мной людей за ней и за Машенькой. И что он? Пойдемте, на вас уже люди оборачиваются. И что он? Сказал нет. Как нет? Почему? Это вы меня спрашиваете? Видимо, на то имеются причины. Не понимаю. Пойдемте, нужно поговорить с ним. Это совершенно бесполезно, я пробовал. Понимаю. Он не хочет шуму в начале выступления. Что же делать? Хотя, знаете... Что? Я мог бы провести вас через границу. Вдвоем? Ну, конечно! Конечно. Идемте. А куда вы? Постойте. Я готов, конечно, идти, но не сию же секунду. К тому же Машенька. Ей, конечно, лучше, но она еще слаба. Боюсь, она не выдержит перехода. Значит, я понесу ее на руках.
Это вы сдаете квартиру? Черт. Этого только не хватало. Вот так сюрприз. Господин Ковальчук, такой и есть француз. Скажите отзыв. Зачем? Для порядка. Комната есть, но с соседом. Впрочем, он вас не потревожит. Дурацкий пароль. Кто встречается с квартирным маклером на кладбище? Это не я придумал. Не я. Все в порядке. Наверное, нам с вами нужно объясниться. Тот разговор возле синематографа. Это все не имеет значения. Зачем вызвали говорить о деле? Вам срочно нужно связаться с Шиловым и передать ему вот это. Когда мне отправляться? Прямо сейчас. Это все? Да, все. Яник? Яник! Она для меня святая, понимаете? Я думал, что таких вообще не бывает, пока я не встретил. Она тогда приехала в полк к Виктору Алексеевичу. Еще невеста и я. Поймите, Влахов, мы же не в атаку идем. Слушать меня беспрекословно. Пошли. Главное, на патруль не нарваться. Если остановят, молчите. Я сам разберусь. Не волнуйся, у меня есть советские документы. Я гражданин СССР. Влахов! Что? Даже если вы на лбу себе напишете, СССР не поможет. Почему? Потому что от вас за версту несет золотопогонный сволочь. Вы уж простите. Позвольте, поручик, вы, между прочим, тоже не похожи на пролетария. Подождите. Можете во мне не сомневаться. Я не такой же олух. Бывал в переделках. Пойдемте. Вот ее дом. Небеса не видно. Лезьте, Плахов. Ну. Елена Васильевна. Господи. Елена Васильевна, это я. Господи. Андрей Иванович. Откуда вы здесь? Елена Васильевна, какое счастье видеть вас. Вы себе не представляете. Поручик, вы что? Черт. Уходим. Стоять! Тихо, тихо, тихо. Товарищ. А вы чего тут? Я нужду справить вот. Приспичило. А что это вы на забор-то полезли? Документы.
Сейчас. Позвольте, товарищи дорогие, нельзя уже нужду справить? Позвольте. Сейчас поглядим, какие вы, товарищи, документы. Ну, держи, братец. Держи! Пальцы, хватай его! Хватай, братцы! Хватай контру! Хлопцы, а я ж его знаю. Что, ваше благородие, не признал, как мы с тобой под лесосами сшиблись? Мы вас тогда до самого кордона гнали. Жаль, ушел ты тогда. Да как себя не признать? Ты признал, а тебе уйти дело нехитрое. Ты же 7 лет держишься, как корова на заборе. Можно Машку за ляжку и козу на вазу. Можно. А в армии разрешите? Разрешить доложить. Ускакали? Так точно. Никому ни слова, ясно? Мы понимаем. Сазонов, дыхалки никакой. Будем тренировать этот вопрос. Свободны. Есть. Хорошо, хоть француз подоспел. Хоть подготовились. А я не понял, а чё они к ней подперлись? Да как, второй-то, Плахов. Ну. Он в неё влюблённый. Товарищ Шилов, а наших на границе с дуру не прихватит? Я команду дал. Там сейчас хоть с оркестром шагай, никого не встретишь. Да понял я, будем тренироваться. Вот, вот, вот. Господин Галецкий, я благодарен вам за участие, но вынужден просить.
впредь не предпринимать никаких действий относительно моей семьи, не поставив меня в известность. Ваше превосходительство, мы просто хотели помочь. Хотели помочь. Я оценю это, поручик. Чтобы поставить точку, вот, передайте это Елене. Но в этот раз без отсебятины. Надеюсь, ясно. У меня огромное желание отправить вас под замок. А если бы получилось? А если бы нет? Сколько раз я повторял, нельзя сейчас провоцировать красных. Кроме того, вы не имели никакого права подвергать опасности мою семью. Вы отдаете себе отчет? Что было бы, если бы чекисты узнали существование Елены? Виноват. Виноват. А этот Галецкий? Я не доверяю людям его склада. Не люблю этих искателей приключений. Дозвольте доложить, ваше превосходительство. Если бы не Галецкий, я бы сейчас не перед вами оправдывался, а стоял возле стенки. Галецкий верный человек. Возможно. Ну все, вступайте в лагерь. Андрей Иванович, спасибо вам. Идиоты. Пан Галецкий, куда же вы пропали, пан Галецкий? Я беспокоился. Были срочные дела, пан полковник. У вас нет никаких дел. Никаких. Ну, пойдем. Вам должна поговорить. Вы не оценили мое доверие. Не доложили мне о мадам Рамовской. Те, в ком я ошибся, плохо кончают. Ну и что вы так расстроились? Ну прогулялись мы с Плаховым Красным. Мне что, о каждом шаге вам докладывать? О каждом. И рекомендую сменить тон. Вы живете только потому, что, я надеюсь, будете полезны. Вам все понятно? Понятно. Вам необходимо срочно отправиться в Пуцк. То ходи, то не ходи. Встретитесь с нашим человеком. Отдайте ему пакет. Запомните. Адрес и пароль. Улица Вокзальна, 8. Пароль Висла. Понимаешь, у нас так дела не делаются. Машинист, ну старший. Все, за кордон без уведома никто не ходит. С чужими сейчас тоже не заваляться. Мало ли что. Дела-то у нас тихие. Эх, Степка, что-то меня сегодня все распекают. Туда не ходи, этого не делай. Как ты сейчас таки попала? Че ты? Че у тебя сделать с этим ротмистром? С наваром вы сходили, нет? Так какой там? Впустую сходили. Коммерсант. Стой. Ну, сейчас будешь запрос так огребать. Пан Злотый, можно объяснить? Не можно. Не можно, если веры нема. Я тебя не знаю. Я хочу делать свои деньги и не думать. Я понимаю. Больше такого не повторится. Обещаю. Ладно. Вниз идем. Так что далеко не гуляйте. Ну,
Чё? Обитый день. Обитый день. Иди, блин. Янек, я ж просто так сказал. Я не думал, что он заведется так. Эх ты. По ночам дома надо спать, а не по девицам бегать. А ты что, видел меня, что ли? Угу. А что не отозвался? Барышню не хотел компрометировать. И вообще, я о чужих делах не звоню. Звонай. Неужели не помните? Наш секрет. Это странно. Спрятали их на Рождество. А потом вы меня поцеловали, а Магда нас застала. Висла. Неман. Входите. Контра.
Отлично сработано, товарищ. А ты иди в угол. Садите его. Ну, здравия желаю, товарищ шпион. Русский. Поляк. Офицер. Да вижу, что офицер. Офицер же, а? Какая стать, взгляд. Ух, порода. Ну что, будешь с нами разговаривать, породистый? Не хочет. Товарищ Гиря. Ну, не так же сильно. Имя и звание. Товарищ Шилов приказал ликвидировать вас обоих. Начнем прямо с тебя. Дом сжечь, чтобы в Мирске думали, как будто это они сами. Подождите! Подождите! Доложите Шилову. Это еще зачем? Я сотрудник ОГПУ. Доложите товарищу Шилову, он подтвердит. Время тянешь? А чем ты докажешь, что ты наш? Я выполняю задание. Я говорю правду, и я вам докажу. Освободите руки, и я вам докажу. Уберите револьвер. Здесь нет красных. Это была просто проверка. Проверка, говоришь? Проверка. Такого человека убили. Упокой, Господи, душу раба твоего, Гири. И ведь умер ты без покаяния. При таких-то грехах. Брат Богдан, схорони брата Гири, а я потом помолюсь. Сами виноваты. Нечего было балаган вот это весь устраивать. Еще спасибо скажите, что у вас не успел. Спасибо. Передайте полковнику. Сало нужно как можно скорее. Сало? Сало. Много, фунтов 20, как минимум. Их мель столько же. Братью держите наготове, святой отец. И пусть они особо не куролись. Тихо сидят. Им тихо скучно. Я же сказал, никаких эксцессов. Скоро начнется, тогда и повеселитесь. Расходитесь по очереди. Письмо я сожгу. Чуй, хлопцы, разливай, гуляй, гуляй, жмуть, гуляй. Что жмуть, товар хорошо сдал. О, сдал. Так сдал, я к вам не сдать. Удача кахает жмудя, не как других и прочих. Бачьте, какая казна. Ладно, ты это... Не труси деньгами-то. А я все не раструшу, не. Хлопцы, гуляй мы до дому. Давай. Так, смотрите. Светом пойдете.
А мне что по свету, что по темноте, так пройду. Любая собака не унюхает. Давай, давай выпьем. Гуляй, хлопцы. Разрешите? Вы? Ой, как хорошо, что вы появились. Вы не представляете, что произошло. Я вижу, барышня, вы идете на поправку. Держи. Я уже выздоровела, только мама на улицу не разрешает выходить. Ложись. Ой, вы не представляете, я видела Андрея. Ага. Это офицер, подчиненный мужа. Он лез через забор, потом начали стрелять и... Я был с Плаховым. Мы хотели вас забрать с Машенькой, но не вышло. Забрать нас? Да, я расскажу вам потом. У меня совсем мало времени. Вы видели Виктора? Да, видел. Лена Васильевна, он просил вам передать. Прочтите письмо и сожгите. Он заберет нас? Я думаю, вы все узнаете из письма. До утра я должен быть в Мирске. Извините. Спасибо вам. А как же... Я могу ответить ему? Он просил больше никаких писем. Это очень опасно. Извините меня. Я понимаю. Я должен идти. До свидания, Машенька. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Так больно? Нет. Вот так больно? Нет. А так? А. Ну-ка вперед, голову. Назад чуть-чуть, не сильно. Зачем вы вообще там поселили? Налево. Направо. Ты сам просил присматривать? Ну, со стороны же не так топорно. Держи. Овсюк, тебе что было сказано? Я это... Следить за той, за барыней. Да, следить. И докладывать. Докладывать. Хватать было сказано? Так я же вижу, офицер. С чего ты решил, что офицер-то? Написано на нем. Я их по роду чую. И опять же, за превосходительство говорили. Ну, я и того, и того. Классовое чутье не обманешь. Виноват, рожей не вышел. Иди отсюда, чтоб я тебе не... Иди отсюда! Слушаюсь. Давай. Где, ты говоришь, этот казначей квартирует? Вокзальная 8. Дом нежилой, снят под явку. Проверим. Знаю этот дом. Я думаю, что готовится масштабная диверсия. Казначей у секунды попросил много сала и хмеля. Сало? И хмеля, что это? Что-то из них взрывчатка, а вот что другое. Может быть, деньги? Может, и деньги. Надо будет проверить. Ну-ка, опиши в них еще раз. Ну, двое явные бандиты, а вот третий... Странный он какой-то. Веселый. Веселый? Ну, да, веселый. Может быть, из образованных. Может быть, из артистов? Почему из артистов? Но он играл постоянно, сам собой любовался, нравился себе. Я уверен, что трое не из Плутска. Значит, я попросил старшего попридержать братью наготове. Какую еще братью? Может, святую. Этот артист все Богу вспоминал. Ладно. Да. Надо идти. Чует мое сердце, выгонит меня пан Злотый из партии. А чего тебе волноваться-то? Ты ведь теперь агент польской разведки.
жалование хоть от души положили? Грех жаловаться. Портовый. Хрен портовый. Хлопцы, вы чего? Пришел. Иуда. Приветь его. За что? А за то, что жмудя с ребятами пришел. Может, не он. Чтобы кончать нужно точно знать. Не он? Как не он, Степ? Он же слыхал, как жмуть за гроши хвалился. И ушел. Куда ты ушел? Чтоб своих кликнуть? Вот что это у тебя? Что это у тебя за ссадина на шее? Что, может, жмуть приложился перед тем, как смерть принял? Да тут все ясно. С откуда он такой взялся? А как взялся, нас тут же под огранду, так? Где он пропадал? С кем пропадал? Жмудя он здесь ждал. Сашок, ты че? Если бы я на жмуди навел, зачем бы я сюда пришел? А я почем знаю? Чтоб дальше гадить. Да не ори ты. Как он мог зайти, жмуть пойдет? Чтобы жмудя ждать, нужно зайдет, пойдет. А, Жиган? Пан Злотый. Хлопцы. Вы на меня думаете? Имеете полное право. Но я этого не делал. Мамонт. Я жизнью своей клянусь. Жизнью и Богом. Ну так что, Злотый? Да почекай ты покуда. Тут еще прибраться надо. Упокой души рабов своих. Жмуди, Михая, Казимиша. Давайте. Бондарь здесь! Живой! Хлопцы. Злотый. Кто? Скажи, кто? Он. Ну? Да не наши, Злотый. Не наши. Только один. Один наш. Один. Злотый. Носите его.
Это Бондаря? Не, не бачил таких у Бондаря. А другие? В Жмуде он и его люди, какой вер? Православнюсь. Казик ты ж, бульбашни полик. Отчетки католические. 10 бусин через одну крупную, а крупный скорал. Их обронил кто-то. Из тех, что на Жмуде напал. Может и так. Ты не с нами. Может, и не из тех. Но ты не с нами. Иди себе с Богом. Как скажете. Зря вот так. Неправильно это. Не по-людски. Не по-людски. По-людски так его шлепнуть надо. За что? Чтоб шлепать, надо знать за что. А он даже выпить даже не дали. Сделал, что тебя попер. Имеет право такое. Ты знаешь, вообще радость, что тебя не кокнули там, понял? Я радуюсь. Слушай, а что ты так отвечаешь-то? Как будто ты обижен. Я здесь с тобой цацкаюсь. А может, ты вообще из тех? Я не из тех. Угу, не из тех. Я, может, здесь сплю, а ты возьмешь, вот, кочергой мне по куполу дашь. И он бритвой по шее резанешь и вынесешь здесь он из дома. Степа. А что Степ-то? Степа! Может, мне съехать? А что ты сразу съехать? Съехать. Брат, а где ты все время шастаешь? Правда, где? Какие у тебя дела? Я не могу тебе сказать. Ясно. Ты опять куда намылился? Янг, ну ты скажи мне, если дело-то стоящее, ну, я, может, на что сгожусь? Может, ты сгодишься. Немедленно прикажи своему халую, чтобы он подал мне коляску. Я просил не беспокоить. Я занят. Не надо строить из себя государственного мужа. Всем давно известно, что вы ничтожество, негодяй. Я Бог вас побери! Ничтожество. Подонок. Негодяй. Кокаинист. Я просил бы вас
сутенер и кокаинист. Фу. Я просил бы вас проявлять уважение. Сдохните, а не дождетесь. Угу. Вы слышали? Мне нужна коляска. Мне тоже нужна коляска. Я иду в лагерь. Генералу. Возьмите извозчика. Вы с ума сошли? Вы хотите, чтобы я пошла по магазинам? Пешком? Как вам угодно. Хорошо, я пойду пешком. Графу! Ему будет приятно узнать, что вы нюхаете эту дрянь. Не посмейтесь. Полковник, как пикантно. Доверенное лицо его светлости. Кокаинист. Это из-за вас. Что? Я нюхаю. Иначе я бы вас... Что? Я вас убью. Вы? Меня? Вы же тряпка. Как страшно. Голиаф. Дракон, только пары из ноздрей не хватает. Сделайте одолжение, убейте меня. Только учтите, что в моем завещании нет про вас ни слова. А вашего жалкого жалования хватит только на одну пару кальсон. Впрочем, вы этого не заслуживаете. Ну да. Рад вас видеть, пани Бета. Через час. На площади возле костела. Что стоишь? Запрягай, то на тебе поеду. Вы только посмейте не прийти. Да. Разрешите, пан полковник? Спасибо. А вы рассчитывали, что меня убьют? Но не исключал. Я так и думал, что это дешевая провокация, плод вашей неуемной фантазии. Надо бы с вас слупить за нервотрепку. Видели казначея? Казначея? Да. Что он передал? Что ждет Сала Хмеля. Пан полковник, а вы были в детстве скаутом? Что? Скаутом. Вот я был в детстве скаутом. Знаете, дети любят играть в войну. Пароли, шифры. Сала, Хмель, казначей. Смешно, честное слово. Нет, не смешно. Что еще сказал казначей? Чтобы вы поторопились. Братьев в узде ему держать трудно. Вообще ругался. Говорит, уж много вы хотите. А что за братья-то? Или снова конспирация? Изоповые иносказания? Я прошу из города не отлучаться. Завтра вы будете нужны. И запомните, теперь вы в игре. С игры нельзя выйти, пока она не закончилась. Раз так, неплохо бы повысить ставки. Ставка? Ставка такая высокая, что уже нельзя повысить. Ставка – это ваша жизнь.
Господа, до начала наступления остались считанные недели, а потому попрошу усилить дисциплину. Особенно прошу запомнить, никакой партизанщины, никаких перестрелок с пограничниками, самовольные вылазки за кордон будут приравниваться к предательству. Ротмистр Сычев. Я. Особенно это касается вас, Петр Иванович. Ваши почитай каждую ночь в рейде. Скучает без дела, ваше происхождение. Нельзя. Нельзя сейчас большевиков дразнить. Так что извольте потерпеть. И передайте это по эскадрону. Слушаюсь. Красные должны забыть о нашем существовании. То, на что мы решились, господа. Возможно, это последняя попытка вернуть хоть что-то. Не все, конечно, но хоть что-то. Последняя попытка. Отчаянная, но главное – последняя. Честно. Ребята! Пошлите! Быстрее! Беата, куда вы меня тащите? Я выпила, и теперь бесстрашная. Послушайте, где вы успели выпить? В костеле? Вы с ума сошли? Я выпила в кафе, а в костеле я молилась. Жди здесь. Пани Беата! Мадам хочет мне неприятностей! А как узнает месье колонель? Вы ему не говорите. Пани Беата, мадам шутит! Месье Жак, у нас с этим юношей исключительно деловое свидание. Поэтому, пожалуйста, видите, полить шампанское. И клубники. Беата! Попался? Вы с ума сошли? Целуйте меня? Даже не подумаю. А. Хотите нажить смертельного врага? Боишься? Ну что, ты будешь меня целовать? А черт с тобой. Скажи, вот это я сама. Шампанское, мадам. Шалван. Возьмите бокал. И не хочу. Нет. Какая гадость от этого ваша. Это любимый напиток, и они пузыри какие-то. Зачем вы это делаете? Ты сейчас узнаешь. Зайцы загоняют капкан. Попался. Ой-ой-ой. Ой, как мне больно. Ой, как мне больно. О, Господи. Почему я тебе совсем не нравлюсь? Почему? Я такая ужасная, да? Вы прекрасная. Врёшь. Налей мне шампанского. Не стоит. Я сама. Какая гадость. Я никому не нужна, я даже тебе не нужна. Это печально. А я знаю, что у тебя какие-то мерзкие дела с моим мерзительным мужем.
У тебя дела с моим омерзительным мужем. У тебя с ним делишки. А со мной нет. Никаких делишков. Кому я не нужна? Повторяю, я выступаю через месяц. Через месяц? Это совершенно невозможно. И два месяца катастрофически мало. Просто наши люди не успеют подготовить все спланированные акции. А что у нас курьер? Вы по-прежнему рассчитываете на Горецкого? Он хороший разведчик, согласился работать с нами. Его интересуют только деньги. Пока он полезен мне, будет работать. Допустить ошибку, умрет. В отличие от вас, я не желаю подвергать наше великое дело меньшему риску. Я немедленно довожу об этом господину Грибовскому. Ну, разумеется. Имею честь. Мамка у тебя красивая. Хотя не молодая уже, а? Ничего еще. Дядя, все, почему вы говорите, что мама не молодая? Она молодая. Ну, не шибко молодая. А батька твой, он где? На войне. Ну, нынче нет войны. Мама говорит, что на войне. Ну, мало, что мама твоя говорит. А не сподручно самой ручки-то колоть, барыня-то? Дядя, все, разве мама барыня? Ну, а кто же еще? Небось, при старом режиме у вас слуг было вагон. Ну что, много раньше слуг-то было? Не знаю, раньше меня не было на свете. Пойдем домой. Ну, мам! Пойдем. Какой месяц? Наш герой начинает меня серьезно раздражать. Что это значит через месяц? Это что? Прогулка по парку или пикник? Наше выступление, его дата согласованы с нашими союзниками. В Бессарабии, в Литве, в Туркестане. Скажите ему, что это не обсуждается. Он меня не послушает. Хорошо? Тогда я с ним поговорю. Точку зрения пана Ромовского можно объяснить просто. Его жена и дочь находятся в Плотске. Он считал их погибшими. Так.
Это действительно все объясняет. Но и не дает ему права нарушать наши планы. Полковник? А может, перевести их из Плуска к нам? Это невозможно. Его девочка очень серьезно больна. Испанка. Ну, добра. Мы с ума сошли. Ну и пусть. Мы сумасшедшие. Ну и пусть. Все будет хорошо. Просто отлично. Почему ты так говоришь? Как будто боишься чего-то. Как будто успокаиваешь себя или меня. Я не боюсь. Если ты со мной, то я ничего не боюсь. Странный ты. Я всю ночь не спала. Я думала, что если бы ты не появился... Ведь ты же мог не появиться вообще. Я не мог не появиться. Почему? Я не фаталист, но... Мне кажется, что это судьба. Здравствуйте, Николай Дмитриевич. Здравствуйте, Ирина. А мы с Янушем катались. С Янушем? Да, да. А теперь он уехал. Просто катались? Ну, разумеется, просто катались. Что за вопрос? Ирина, я думаю, нам нужно объясниться. Для вас он уже Януш? Так быстро? Я сразу почувствовал, когда он только появился. Николай. Не перебивайте меня. Я имею право, вы моя невеста. Но не жена? Да. Не жена. Потому что все время откладывали свадьбу. Нас тысячу раз могли обвенчать, но вы говорили нет. Не сейчас, позже. Почему, Ирина? Наверное, потому что я хочу, чтобы это случилось лишь один раз, а не тысячу. Зачем же вы тогда согласились? Простите меня. Я очень виновата. Нас могут обвенчать. Хоть завтра. Вы не знаете, кто он. Он появился из ниоткуда и точно так же может исчезнуть. Вы не знаете, кто он, как он жил все это время. Чем занимается сейчас? Я готов ждать. Столько, сколько потребуется. А вас умоляю, будьте осторожны, Ирина. Ничего. Матерь Божия управит. Ей заступнице ведомо, как нужно.
Постойте! Зачем вам все это? Решили поиграть в чувства? Устроить себе романтический отдых между подвигами? Перестаньте. Нет, я не могу перестать. Вы перечеркиваете все мои планы. Всю жизнь. Сделайте свои дела и исчезните. У вас что, благородное намерение? Вы всерьез думаете, Ирина отправится с вами туда? Вы можете себе представить ее там, в вашей жизни? Думаете, ей понравится такая жизнь? Да, впрочем, может быть, вы собираетесь обосноваться здесь, жениться, вернуть ставки, стать помещиком, так сказать, эксплуататором. Но, к сожалению, дальше вместе работать. А так бы чего проще, выдал бы вас Сигунье. Не проблема. Вас бы шлепнули. А другие прекрасные принцы в наши края не заглядывают. Зачем же дело стало? Не могу-с. Послушайте, Николай Дмитриевич, вы же не из убеждений служите. Исключительно за деньги. В том и фокус. Мне товарищ Шилов задолжал не так, чтобы слишком много, но я человек аккуратный. Да к тому же понимаюсь таких дел, какими мы занимаемся. Так запросто не выходит. Так что придется вас терпеть. Чего же вы от меня хотите? Хороший вопрос. Я хочу, чтобы вы сделали выбор. Вы говорите Ирине, кто вы, честно. Описываете все прелести, которые ее ожидают. Если ее чувство к вам после этого не переменится, я благородно удалюсь. Готовы признаться, что вы большевик и шпион? В противном случае вы прекращаете всякие ухаживания. Вообще не видитесь с Ириной до конца нашего с вами сотрудничества. Когда же дело будет сделано, вернемся к этому разговору. Хорошо. Я не буду с ней видеться до конца операции. Магда, мне кажется, я сделала ошибку. Я свадьбу расторгла. И очень хорошо. И правильно. Ну как правильно? Николай Дмитриевич прав. Я его вообще не знаю. Зато я вас знаю. Обоих. Януша? Ну что там знать? Нечего там знать. Посмотреть на него и сразу все видно, какой славный. Будто вам не видно. Видно. Так слушайте, что сердце подсказывает. У нас, у женщин, другого советчика нет. Это все нужно отправить казначею. Когда? Завтра в ночь. Но с динамитом-то все понятно. А это что? Осторожней. Горький миндаль. Зачем вам столько цианистого калия? Колодцы отравлять. Казначей знает. Нет. Что? Ну, я один столько не донесу. Я же не лошадь. Наймите его же в Злотову. Он не согласится. Пан Злотый никогда не будет ссориться с красными. Попасться с таким добром – это же верный расстрел. А зачем ему знать, что он несет? Иначе он не возьмется. Наймите другого. Завтра в ночь. Все это должно быть у казначея. Доставка взрывчатки произойдет в самое ближайшее время. Когда? Завтра. Самое крайнее – послезавтра.
Как только узнаю точные сроки, будьте наготове еще раз переправиться через кордон. Пусть все будет наготове. Вы когда сможете быть в Плутске? Для этого не нужно в Плутск. Все срочные донесения я оставляю на границе в схроне. Как часто его проверяют? Раз в сутки кто-то из людей Шилова в погранотряде. Товарищи, в ходе курсов военкомов высший и средний комсостав будет ознакомлен с новым мобилизационным планом всего округа. Документ особо секретный, потому как, ежели что, в нем все. Кто, где, куда и как. Так что ожидается начальство из Минска, из Москвы даже. Вот наша Марокко. Обеспечить их безопасность. Но вы и сами должны понимать, какова ответственность. Боков, чтобы никаких гражданских здесь не швялось. Караулы, режим на всю катушку. Чтоб, как говорится, кровавая гидра с той стороны не просунула к нам свои подлые лапы. А будет вставать, рубить. Рубить напрочь. Без разговора. Ну что ж, до скорого. Спасибо. Давай, еще езжай. Всего? Всего. Решилов? Давай. Опа. Дорога. О, пошла. Значит, он. Да точно он. Мы же за ним даже в нужник. А связь держит через сапожника. На углу вокзальной и парижской коммуны. Да он это даже не сомневайтесь. Ну что, нашли человека? Нашел. Надежный? Сейчас сами увидите. Сивый. Вот этот человек. Ты же у Злотова был. Что не к нему? Я больше не у Злотова. Я сам по себе. Поганое дело. Ладно, бомбы в лесу сбросим. А трава? Если с ней прихватит, беда? Так зато и платим вдвое. Платим? Это кто платит? С тебя еще за тот раз причитается. Когда отдашь? Сделаешь ходку, отдам. Не врешь? Да не сомневайся ты. Сразу за все получишь. И за траву не переживай. А траву в спирт засыпем. Если прихватит, спирт несешь. Простое дело. Ну? Ну как? Договорились?
Перебодяжить, конечно, можно. Спирт, оно жалко немножко переводить, но с ним спокойнее. Гроши половину вперед. Вернемся остаток. И должок твой разом. Мне гроши нужны. Больше ждать не буду. Такое мое слово. Вот они. Вроде бы здесь. Прячу носку сразу к вам. Боишься, что мы подглядим, где ты бомбу схаваешь, а? Ладно, встретимся, где договорились. Давай, давай. Пошли. Сам себя косни. Это я их нашел. Думал, у Василия оселок взял. Зашел, а там они лежат. Спирту выпили. Спирту там хоть залейся. Они выпили и вымерли. Полномоченный каже, что спирт отравленный. Они и выпили. А кто б не выпил? Это ж спирт. Понятно. Там без мужиков-то останемся. Тихо. Ну что там? Черт, ну почему так? Они что, не знали, что спирт отравлен, а? Конечно же нет. А вы что, им не сообщили? А что, надо было? Вы уверены?
Черт. Теперь все коту под хвост. Но можно переправить еще партию. Не думаю, что для полковника достать цианид – это такая уж проблема. Он это уйдет еще несколько дней. Наш человек идет в Минск сегодня. Он должен передать. Богдан! Заберешь взрывчатку. Надеюсь, с ней все в порядке? Передай отче, что я заеду к нему через несколько дней. Будь дело. Передайте полковнику и расскажите, как у нас тут все. Надеюсь, до скорой встречи, поручик. Зачем они пили? Не понимаю. Что-то понимать-то, мужики, возле спирта. Спирта залейся, а пить нельзя. Тут волю железную надо иметь. Но они же знали, что спирт отравлен. Ну, может, не поверили, думали, врешь, чтоб целее был. А может, думали, по капельке глотнем. Ну, что такого страшного? Вот. Капельки цианистого калия достаточно. Это ты знаешь. А если эта отрава до Минска доехала? Представляешь? Готово. Куда бы его могли сапануть? Клюнул, сукин кот. Читай. Это чья же идея была? Липовый мобилизационный план слепить, чтобы им подсунуть. Дзержинского? Вообще-то моя. А Дзержинский одобрил. Целый отдел трудился днями и ночами, чтобы успеть срок. Чтобы все выглядело достоверно. Молодец. Главное, чтобы сейчас твой полковник купился. Должен купиться. Получить такие данные накануне выступления – это же практически победа. Да. Может, мне просто явиться в ГПУ, попросить для вас этот мобилизационный план? Я похож на самоубийцу? Да. Вы ведете себя, как будто желаете смерти. По вашей вине сорвана операция в Минске. За это само вас повесить. Меня? А не нужно было мелочиться. На те гроши, что вы мне дали, я смог нанять только Сивва. И то уговаривать пришлось. 500 фунтов – это по-вашему грош. А я просил 1000. 1000? Англичане спрашивают каждый фунт, каждый злотый. Нужно понимать, на чем можно экономить, а на чем дороже выйдет. Да-да-да. Я имел дело с идиотами, которым даже довериться нельзя. Неудивительно, что они прикоснулись к вашей цикуте. Что сделано, то сделано. Для кого был предназначен яд? Но теперь-то вы можете мне сказать? Планировалась диверсия на Минском городском водопроводе. Да, вы страшный человек, пан полковник. Просто борджия какой-то. Молчите и слушайте. Вы в недавнем прошлом разведчик, да? Вам приходилось совершить акцию в тылу большевиков? Приходилось. Казначей окажет помощь, от вас требуется продумать операцию как можно быстрее.
А если я ничего не придумаю? Вы не выполнили задание. Это дело ваш шанс. Вы знаете, мой дед был простой крестьянин, вельможный пан. Крестьяне – это практичные люди. Вы знаете, что они делают с ненужной скотиной? Просто пускает под нож. Зрозумел, пан? Да. Я, конечно, как-то представляла себе твое жилище. Но не так романтично. Вы? Сбежал, значит, от меня. Угу. А сейчас что? В окно выпрыгнешь? Бят, вы вынуждаете меня убежать из города. Да не бойся, ты мне больше не интересен. Надеюсь, это правда. Сколько же можно меня оскорблять? Я вообще-то по делу пришла. Ты говорил с Франтишеком? Имел удовольствие. Обо мне? Ни слова. Интересно. Со мной он тоже не говорил. Понимаешь? Если честно, нет. Ну, это странно. Странно. Ну, ему же наверняка доложили, что мы были в номерах. Обычно он устраивает истерику, визжит, кричит. Меня это забавляет. А тут ни слова. Ты же не говорил ему, что ты благородно сбежала? Вас это расстраивает? Пугает. Я боюсь за тебя. Он страшный человек. И не такой дурак, каким кажется. Не бойся. Он мне ничего не сделает, пока я ему нужен. Вы присаживайтесь, ребят. Ну, не знаю, может быть, конечно. Я же переживаю за тебя. Ян, ты пойдешь мыться? Янка, я там тебе горячей воды оставлю. Святая дева. Мамонт! Мама! Ух ты! Стефан, Ганский, Степан Богданович. Нет, Мамонт. Да, рядом с таким другом можно чувствовать себя уверенно. Но все равно будьте осторожны. Уверена, мы еще увидимся. Организационный план будет представлен в пятницу. Так что времени на подготовку у вас немного. Адскую машину привезут из Варшавы завтра к вечеру. Что за устройство? Устройство как устройство. У нас в ведомстве есть запас. Нет, так не пойдет. Мне нужен надежный часовой механизм. С уточным запасом хода и абсолютной точностью. Откуда же я вам такое достану? За это не беспокойтесь, это моя проблема. Если вы, конечно, все оплатите. Вы разбираетесь во взрывном деле? Пан полковник, я много в чем разбираюсь.
Главное заложить взрывчатку вот здесь. Это самое сложное. Если у нас получится, то считайте, что 2/3 успеха нам обеспечены. Откуда такая уверенность? Взрыв отвлечет внимание. Все бросятся туда, а нам остается только войти, взять и уйти, пока пыль не осела. Если, конечно, у товарища казначея имеются хорошие специалисты. Весьма рискованно, но если у вас получится, мы все будем у вас в долгу. Сделаю все от меня зависящее. Ваше Превосходительство, офицеры собраны по вашему приказу. Прошу простить, я вынужден покинуть вас. Честь имею. Кажется, генерал начинает относиться к вам всерьез. Не расшаруйте его. Пишут, что вы задумали нечто оригинальное. Я вас слушаю. Собрание высшего комсостава состоится в клубе. В клубе. А мобилизационный план хранится у нас где? В штабе? В сейфе командира и под усиленной охраной. Хорошо. Значит так. Штаб у нас здесь. Да. Клуб здесь. Так? Да, где-то между ними метров 100-120. А казарма находится примерно здесь. Нет, курсанты живут за пределами. А. Посты постоянные? Значит, так, КПП на въезде и на выезде. По территории. Пост здесь. У штаба. Клуба здесь и здесь. Двое дневальных в казарме. Кроме того, обход по периметру каждые 15 минут. Что вы предлагаете? Знаете, мы как-то в Ростове брали заводскую кассу. Я думаю, что здесь можно сработать так же. Взрывчатка у нас есть. Люди понадобятся. С мозгами. Немного, человек 5. Найдутся с мозгами? Вы можете сказать, что вы придумали? Хочу устроить нашим товарищам небольшой фейерверк. Небольшой, но очень яркий. Здравствуй, Януш. Здравствуй, Марись. Ну, проходь. Это Гнат. Сестры, хлопец, у меня ховаются. От кого? От смерти.
Сало такое смачное. Под такое сало зараз бы чарочку. А? Гнат? Нема горелки. А пошукать? Нема. Ей-богу кажу, нема. А то все остатнее высмоктал. Мать на его лайла-лайла. А он на двор утек. Так там и спать застался. Соль принеси. Зараз. Зараз. Тебе нацедить. Да спать. Начини. Начини. Проснешься у черта в коморе. Угу. А может, знайдешь что-нибудь? М? Добро, дядь Ваня. Пошукаю. Зараз пошукаю. Ну, пошукай, сынок, пошукай. Ну что, знайшел, сынок? Сидеть. Не дергаться. Дядька с хлопцами только есть почав. Яны и вышли. С наганами похапали усе. А той старейший каже. На, пий. И спирт ему. Дядька не хотел. Аж кричал. А он ему у горла лить пошел. Ну что, погуляем? Помирать весело будешь. Так ты уже сказал, гнида! Я и утек с хат. Долго бил. Покуль до тетки не добил. Они б меня пытали. Я им не выжил. Вот так и живе у меня. Я кажу, иди домой, боится. Съездила до сестры, сказал, что он здесь. А то свои ка в милицию заховали. А она все дома сидит. Аж трясется. Что за люди такие? Что такое сдробили? Почему вы мне сразу не сказали? М? Выпили, не удержались. Я еще тогда понял, что-то здесь не так. Сивы не был идиотом. Повторяю, пропустить отраву я не мог. Не имел права. А убивать? Ни в чем не повинных людей имели право? Причем так убивать? Все. На, попей водички, не шуми. Ни в чем не повинных людей. Если б спирт до Минска доехал, тысячи бы грабанулись. Вот уж в самом деле не повинных, а не как эти твои. Сивый знал, что нес. И для чего догадывался. Можно было перехватить курьера. Можно. И в Минске, и в поезде. Только тогда бы сейчас ты не передо мной здесь сопли пускал, а в контрразведке у Рамовского кровью харкал. Так или нет? Ты же не новичок, и мы здесь не в подавки играем. По-честному потеем. Тебе такое дело доверили. Я для тебя все, но и ты мне не мешай. Сам себе не мешай. Ладно, пошумели и будет. Что казначей? Одобрил? Сказал, чтобы все было готово. Ну вот, другой коленкор. Вот, порадовал. Выглядеть только все должно правдоподобно. Трупы придется предъявить. И чем выше начальство поляжет, тем лучше. За это не думай.
все геройски полягут. Трупы будут. Предъявлю по описи. Ну, это мы можем. Означай, на завтра со службы отпросился. Сказал, хворает. Везет меня народ смотреть. Дорогу запомни. После наведаемся. Ух, гадюшник. Поосторожней там. И запомни. Не тот борец, кто поборол, а тот, кто вывернулся. Не нравится он мне, Тимофей Федорович. Не нравится.